Друзья мои, всех приветствую. Сегодня на канале очередной нож. Это нож муравей. Полностью полный комплект. Постараюсь видео быстренько запилить. В общем, ножны с кожи растительного дубления производства Турции. Конструктив ножен обычный, цвет оранжевый с переходом в черный, вощеная нить, страховочный хлястик, позиционируется как шейный нож, то есть это шейный подвес. По ножнам все. Сам нож муравей. Этот нож необычен двумя моментами. Это сталью и финишем. Как правило, я финиш делаю Black Wash. Но этот нож вот с таким финишем, потому что сталь на нем Ванакс. Сталь на нем Ванакс. Ванакс позиционируется как азотистая порошковая нержавейка. Не пробовал я ее травить, но почитал форумы. В общем, побоялся я испортить и не стал пробовать. Почитал форумы, что вроде это такая нержавейка. Короче, самая нержавеющая нержавейка из всех нержавеек. Что не травится. Ну и такой вот нечастый финиш у меня на муравьях. Это ручной продольный сатин. Также имеется цепкая, но не наминающая насечечка. Конструктив ножа комбинированный, бэкспейсер и накладки из авторской микарты от брусков. Штифты и темлячная трубка, карбон. Привязал я тут такой темлячок. Ну, друзья мои, такой вот красавец. В принципе, все. Ну, вот именно, что ручной продольный сатин. Ну, мне лично нравится темный больше. Но вот здесь вот из-за стали такой финиш. Все, друзья мои. Такое коротенькое видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч. Всем пока.